Воспитанник Тольяттинского центра помощи детям «Созвездие» стал призером окружной выставки детского творчества «Мастерок» в Кирове. Работа Данила Трушенко, выполненная в технике батика, признана лучшей в номинации «Чудо из чудес». Выставка, собравшая более 60 участников со всего Поволжья, проходит в рамках проекта «Вернуть детство» под патронатом полномочного представителя президента в ПФО Михаила Бабича. Ежегодно на окружном этапе демонстрируют лучшие работы декоративно-прикладного творчества, сделанные руками сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ваши работы, которые вы сегодня сюда привезли, повлияли на выбор вашей профессии, дали вам определенный толчок в выборе этой профессии, ну и, соответственно, чтобы вы развивались дальше. Для участников «Мастерок» завершился концертом и мастер-классами по декупажу, оригами, косоплетению, росписи игрушек и другим направлениям. Сама же выставка продолжит свою работу до 23 октября.